Всем привет, ребят. Ну что, у нас сегодня наконец-то обзорчик на Яревню, которую многие из вас просили. Правда, не на этом сервере. Не на бомже-сервере. Поехали. А заклинательница на максималке показывала я вам там в видосике, сколько надо ресурсов, чтобы ее прокачать. Надо немало было ресурсов. Но мы это сделали и сегодня потестим его. Уже с кулаков нет. Красные, кстати, заканчиваются. Многие из вас спрашивают по поводу вот этого вот пака, где там ежедневный. Довольно-таки неплохие плюхи, я вам скажу. Читайте лям орденов. Потом, что тут, какашки тоже неплохо, 100 тысяч. Ой, каких 100 тысяч, говорю? 10. Ну, в общем, неплохие плюхи. Что еще интересного есть? А, нет, все-таки да. Все-таки соточка. А вот это неплохо. А вот донатные питомцы тоже отлично. 300 штук. И за минималку, в принципе, доната, камешки. И дракон и этот. Я считаю, что это неплохой вариант. Такс. Что у нас будет сегодня на обзорчике? Вот такой вот герой. Я думаю, соберем. Я показывал, тестировал на стриме. Соберем на урон. Как многим нравится на урон. Посмотреть многие хотят, что же может все-таки герой на максималке. Даже попробуем сделать мега. Ну, конечно, мы пакт сейчас не вытащим. Железная воля. Такс. Герои наподобие многие сравнивали, вот Анубис, типа круче Анубиса, ну далековато до Анубиса, так как дух не бьет настолько круто, он бьет быстро, но не бьет процентуально, как Анубис. Поэтому он там не особо мегатоп. Так герой, в принципе, относительно неплохой. Так, давайте попробуем такую сборку. Максимальная атака. Ну, мы ее сейчас поменяем, мы просто забежим на кошмарку. Говорю, на кошмарку, на обычную. Такс. Вот наша заклинательница. Так, есть, смотрим. Ну, главное не перепутать со смотром. Ну, такое, как видите, чтобы там мега-мега был урон. Это дух бьет, все, духа слили, отлично. Кого-то там слило. Плюс то, что герой автопрокер, дальник, имеет духа. Ну, не знаю, сейчас посмотрим. С панчбоксом максимальная. Сколько там? 13 лямов, но это, по-моему, смотритель ударил. Вот, 4, 4,6 критом. Но вот в инвизе сейчас будет поинтереснее. 2 ляма с руки, ребят. Вот, 5 лямов у нас было. Ну, в принципе, смотрите, как прикольненько. Мне это нравится. То есть максимальная атака. То есть в районе десятки можно свободно разогнать. Статки вот такие вот у нас получились, довольно-таки неплохо. Что мы имеем? Почти 50к, как у всех героев жизни, как видите, мы бонусами набрали в 5 раз больше, чем родные статы. Поэтому, ну, поэтому герой вроде как бы и дамажит, но опять же, в то же время это не особо там мега крутой герой, который будет тащить вещи везде. Использовать можно на PvP локациях, также можно использовать на фарме подземок. Если у вас нету Анубиса, ну, думаю, 90% кто играет, он уже есть, потому что его раздавали халявно бесплатно. Так, поехали на экспедицию. Хочу на экспе потестить.
Бьет полностью все, как видите, то есть не только так надо забрать, чтобы смотрителя не было. Так, смотрим. Вот видите автопрок. Ну тут он впервые будет сливать. То есть, как видите, плюсы то, что бьет не только героевое издание, то есть можно и на битве гильдии пробовать. Опять же, зависит от того, какой у вас топ будет. Преимущество то, что у него есть дух, у нее точнее, который тоже довольно-таки неплохо по дефу выдерживает и дамажит. Относительно тоже неплохо. Вот такое, сейчас дальше добежим. Это наш миносик. Так будет побыстрее. Вроде и дафи, и от хила, но все равно, как видите, проседает довольно-таки неплохо. В принципе, как вариант ставить доспех победный, как у меня стоит, хранитель леса, то есть такие самые востребованные. Тут, конечно, сносит на ура. 50-ка атаки. Раньше 11-ка, и мы кричали, вот это все, это капец, это новая имба. Сейчас, блин, бонусами плюс 40-ка. И это нормально. Так, не увидела, сколько там было. Когда резнули, сейчас может Анубиса заденем, если повезет. Ну все. То есть, как видите, чтобы там мега-мега-мега трэш был на максималке, я бы не сказал. А, поехали, сейчас будет интересно посмотреть. Вот здесь. Посмотрим на этот автопрок. Ну, ушла Винвиси. Хотя, относительно, я вам скажу, это еще неплохо. Но урона, как видите, даже с пактом, просто на изи. Ну, дальше все. То есть, на один выстрел. ПВПшный герой, скажем так. Вот ремка для ПВП. В принципе, неплохо. Но, опять же, не просадила всех. Посмотрим, как. Набор энергии, как видите, медленный, то есть, ну, и герою этому долго жить не суждено, поэтому. Так, ну тут понятно. Давайте здесь посмотрим. Ну, дамажит каких-то 300 тысяч плюс дух, но, опять же, этого очень мало, чтобы вынести. Вот герои там без особых прокачек и... Как видите, Фрея, как обычно, все всем портачит. Так, давайте еще на этого нападем. И пойдем на по локации посмотрим. Ну, вроде чуть-чуть выносит. Опять, смотрите, духа сливают, и все. Герой просто встает бесполезно. То есть, без духа герой ничего сделать не может. Вот, раз-два, раз-два. Сейчас ее коснут за пару тычек. Такс. Давайте еще разок забежим. По талантам можно поставить СО. То есть вариантов для прокачки очень-очень много разных. Тестил я с оживой, плюс новый талант маскировка, в принципе, тоже неплохо как вариант. Но надо, чтобы герой быстро энергию набирал, поэтому тут куча разных нюансов. Для каждой локации надо своя прокачка. Так, поехали. Не будем затягивать. Посмотрим на соло. Так как у нее 5 целей, если я не ошибаюсь, на 12 скеле, то она, в принципе, относительно должна дамажить неплохо.
Ну, тут понятно. И вот смотрите. Та же самая. Ну, Фрейя тут слабенькая. Была бы нормальная Фрейя, она бы просто вот утащила. Но дух имеет неплохой деф на максималке. И также неплохо сливать юнитов на битве гильдии. Многие использовали вместе с Анубисом самое то. Так, ну что, поехали. Видели, да? Убилась об отражалку Асуры. Возможно, там еще на ком-то была отражалка. Но герой просто ушел в инвиз. Остался Анубис, который просто убьет. То есть, как видите, дамага очень много. А надо еще защитить героя от отражалки. То есть, вместо ППшки, конечно, наверное, получше будет та же самая... тот же проклятый доспех, который будет, ну, хоть как-то спасать. Потому что дамаг герой наносит колоссальный, плюс автопрокер, то есть бьет сразу тут по всем целям. Соответственно, тот же самый Асура, 50 отражалки, ну еще на ком-то там было. И все, и герой просто себя сливает. Так, нам бы кого-то поинтереснее встретить. Ну, к сожалению, в моем топе тут особо много нету. Ну, не знаю, такое. Я, честно говоря, ее не использую. Прокачал чисто, чтобы вам показать обзор на нее, что она реально не стоит тех ресурсов, которые на нее затрачены. Но имеет право на жизнь и, возможно, где-то попозже будем ее использовать, посмотрим, как оно будет. Вот такая же заклинательница. Вот посмотрите, накидали мне молчанку, все. Но тут, конечно, дух еще тащит кое-как. Дрейк, нифига себе. Жестко, жестко. Ну вот единственный плюс, который я вижу, это дух, который во многих локациях будет помогать и тащить. То есть это он не невидимый, он видимый. То есть он на себя тоже забирает часть урона, что немаловажно. Но опять же, этого вполне не хватает, чтобы герой был мега-мега имбой. Вот давайте против Райки напоследок сольем. Вот видите, вроде дамага и много, но Фрейя бьет просто жестко. Причем Фрейя там 11 скилл всего и не прокачанная 4 прорыв. Вот вам и результат. Вот так вот, ребят. Ну, короткий видосик. Я не буду там много рассказывать, показывать. Нигде тестировать героя. Пишите в комментах, кто где использует. И, возможно, если будет что-то интересное, то уже сделаем. Все. Всем удачи. Всем пока.